Как определить, прочный лед или непрочный лед? Кто знает? Инспектор ГИМС начинает познавательную беседу с учениками младших классов. Юные зрители внимательно слушают все нюансы передвижения по льду. Информация не только полезна, но и жизненно необходима. Дети, во-первых, должны знать, ориентироваться в той ситуации, в которую они попадут. В данном случае связанная со льдом. Это первое. Второе. Обеспечивать безопасность себя и для окружающих, для тех же своих же сверстников, подростков. Сначала лекция, после чего Игорь Куимов представляет вниманию профилактический ролик. Такая подача информации хорошо усваивается и закрепляет лекционный материал. Ребятишки слушают внимательно, активно задают вопросы и с легкостью на них отвечают. Один из которых звучит: какой лед самый безопасный для передвижения? Чтобы лед был максимально голубым. Правила передвижения по льду гласят: не стоит выходить на лед при плохой видимости. При передвижении следует пользоваться переправами или тропами. При первых признаках непрочности льда вернуться обратно. Передвигаясь группой, держаться друг от друга на расстоянии 6 метров, остерегаться льда, покрытого снегом. Чтобы избежать печальных последствий, каждый родитель обязан дома провести неоднократную беседу со своим ребенком и тем самым предотвратить нахождение его на льду в отсутствии взрослых. Дверь не можем выйти, открываем окно, но предварительно, уходя за собой, закрываем дверь в комнату везде. Телефон, одеяльце, выпрыгнули, потом звоним. Также выступил представитель МЧС России и рассказал о противопожарных мерах безопасности. Комплексные мероприятия помогут предотвратить нежелательные ситуации, принять правильное решение во время их возникновения. В планах представителей надзорных органов продолжить акцию «Безопасный лед» в других общеобразовательных школах «Богучан». Анастасия Агеева, Владислав Тимощенко, телекомпания «Спектр», «Богучаны».